Привет, одноклубники. Вот смотрите, у кого вот эти вот виброопоры порвались, это виброопоры именно вот эти у нас стоят под трассой этого интеркулера. То бишь не самого там радиатора интеркулера, а все вот эти трубы воздуховоды. Вот, вот такие вот виброопоры. Короче, у кого порвались, вот, можно заменить на вот такие вазовские. Это опора стеклоподъемника ВАЗ. Они бывают с двумя коротенькими шпильками и вот такие вот неравномерные. Одна короткая, одна длинная. По высоте они практически одинаковые. Опора вазовская чуть-чуть, там на пару миллиметров ниже. Блять, я сейчас одной рукой их не сложу ровно. Вот. Ну, тут практически одинаковые. Вот. В принципе, во всех вазовских магазинах у нас есть. Вот. По крайней мере, трассу на них можно закрепить. У интеркулера, у самого интеркулера такие более длинные, более мягкие опоры крепления, которые там вот так вот в горизонт ставятся. Вот. Ну, в принципе, тоже можно эти поставить. Вот, с какими-то проставочками там, ну или там прям так.